Сказка «Мороз Иваныч». Жили-были рукодельница да ленивица и нянюшка с ними. Рукодельница рано вставала, тут же за дело принималась, а ленивица меж тем в постели лежала, сбоку на бок переворачивалась. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Случайно уронила она ведро в колодец. Старая нянюшка говорит: «Сама ведро утопила, сама и доставай». Пошла рукодельница опять к колодцу. За веревку ухватилась, на самое дно опустилась. Смотрит, перед ней печка, а из печки пирожок. Поглядывает да приговаривает: «Кто меня возьмет, тот со мной пойдет». Рукодельница вынула его и за пазуху положила. Дальше идет, смотрит, в саду дерево, а на дереве золотые яблочки меж собой говорят. Кто нас с дерева стрясет, тот себе возьмет. Рукодельница и натрясла яблок себе в передник. Дальше идет, смотрит старик Мороз Иваныч, на ледяной лавочке сидит. «Здорово, — говорит рукодельница, — спасибо тебе, девица, что пирожок мне принесла. Давно уж я горяченького не ел». Они вместе пирожком да яблочками наливными позавтракали, а потом старик сказал: «Знаю, за ведерком ты пришла. Я тебе его отдам, только ты мне зато 3 дня послужи». Вот пошли они в дом. А дом тот был весь изо льда. Стены были украшены снежными звездочками блестящими. А на постели вместо перины снег лежал. Принялась рукодельница снег взбивать, чтобы старику спать было помягче. А руки у нее у бедной окостенели. Но она потерла их снежком, руки отошли. А Мороз Иваныч приподнял перину, а под ней травка зеленая. Рукодельница удивилась: «Зачем, старик, травку на свет Божий не выпускаешь?» И он ответил: «Еще травка в силу не вошла. Вот весна придет, перина растает, травка заколосится, зерно выглянет. Его крестьянин на мельнице смелит, и будет мука, а из муки ты хлеба испечешь». Потом старик спать на взбитую перину улегся, а рукодельница по хозяйству хлопотать стала. Так и прожили они 3 дня. А когда ей уходить надо было, Мороз Иваныч сказал: «Спасибо тебе, утешила старика. Вот твое ведерко, я в него серебряных пятачков насыпал, а еще бриллиантик косынку закалывать». Рукодельница поблагодарила Мороз Ивановича, домой пошла и там рассказала, что с ней приключилось. Нянечка и говорит ленивица: «Вот видишь, что люди за работу получают? Опустись в колодец, найди старика да послужи ему». Пошла ленивица к колодцу, да бух прямо на дно. Печку с пирожками увидела, дерево с яблочками наливными. Ничего не взяла, лень была. Пошла к Мороз Ивановичу с пустыми руками: «Хочу послужить да за работу получить». «Дельно говоришь. Сбей-ка мне перину, в доме чисто прибери, да покушать приготовь». Ленивица подумала: «Не стану я себя утомлять». Ну и ты не сделала все, что велел ей Мороз Иваныч. Старик сам покушать приготовил, в дом прибрал, да ленивицу накормил. Прожили они 3 дня. Девица награду запросила. «Какая же была твоя работа?» – удивился старичок. «Это ты мне должна заплатить, потому что я тебе служил».
Да ладно, какова работа, такова и награда. Мороз Иванович дал ленивице в одну руку огромный серебряный слиток, а в другую большой-пребольшой бриллиант. Ленивица старика даже не благодарила. Домой радостная побежала, пришла и хвастается. Вот, говорит, я не сестричи-то, не гошточку пятачков заработала. Не успела она договорить, как слиток серебряный да бриллиант растаяли и полились на пол. А вы, дедушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что шутки ради сказано, а что в наставлении?